Так, пришли мы на улицу Токашвили 58. Хотя бы на телефон. Был бы дрон, было бы проще, конечно, снимать эти объекты. Но в любом случае здесь надо будет разрешение получать, чтобы снимать на дрон, если я его даже куплю. Давайте так пока посмотрим. Провода мешают. Сейчас сюда, может, как-то перейду. Я так понимаю, уже все, что тут завершено. На первом этаже будет какой-то магазин или маркет, уже ремонтируют. Там уже, кажется, можно сказать, отремонтировали. Сегодня такой солнечный день. Я здесь кота спасала. Он вот отсюда выпал с третьего этажа. И по вот этой вот, как сказать, крыша съехал вниз. Ну, я шла мимо, слышу, кот орёт. В общем, хозяев нашла я, кота спасли. Любопытные они на балконах лазят. Он, видимо, по этой крыше, она скользкая, он даже не зацепился, наверное, ни за что, потом съехал. Вот так вот. Так, с этой стороны снимаю, видите, уже красит. Какой высокий. Ну, еще пока, да, идет работы. Маяковского 3. Что здесь, школа была? Кто подскажет? Неизвестно. Похоже на школу, но... Да, вот это самые классные жилетки. Тепленькие. Носочки висят такие. Бабы. Это маленький самолетик. Нет, это большой, слушай, его так раскачивают. Уже люди загорать вышли, так что добро пожаловать всем в Батуми на отдых. Да, люди загорают. Идем по улице Пушкина. Здесь все для ремонта продается. И для строительства. Всякие инструменты. Да, здесь больше продается стройматериалы и хозтовары. На той стороне и на этой стороне. А как найти? Вот идете просто к канатной дороге.
по улице Пушкина. Здесь не пройдете мимо. Чего тут только нету. И того нету, и того нету. Все есть, я шучу, конечно. Матрасы вот на кровати. Все есть. Полно всего. Здесь есть, кстати, недорогая мебель. Какой шикарный комод. Ящичка 4 у него. И 2 зеркала. 4 ящичка. Привет. О, смотри, какой столик с этими, с шашками. Ну, классный магазин. А вот здесь, кстати, магазин, все магазинов куча мебельных. Это что за улица? Имедашвили. А, пересечение с Пушкина. Вот это Пушкина и Имедашвили. Что, мы сюда пойдем? Или в Карифур нам пойдем? Мебель не надо. Да, нам мебель не надо, это так показываю для тех, кому это надо. Угу. Минералочки сейчас. Боржоми живительного. Выпьешь, и все хорошо будет. Слушай, мне кажется, скоро такое нам понадобится. Надо затариться. С такими, а вот маленькие есть баллончики. Ты все-таки хочешь такой? Ну а что? Просто газа мало тебе этого хватит в баллончике. Тоже дорожные знаки есть тут в магазинчике. Ну вот здесь. Ну там такая одежда для работников дорожных. Или как правильно назвать. Это кухоньки такие недорогие, да? Всякие. Обычненькие. Я, кстати, хотела вот такой шпагат купить. Я... Кстати, еще один магазин там мебели. Тоже, что тут только нету. Адрес какой здесь? Вентиляторы. В общем, все это находится на Пушкина. Как идти в старый город. Вон конвекторы. И снова мебельный. Пушкина 60, Пушкин 62 адрес. Ну, примерно ориентировочно в этом райончике. Если будете искать по навигатору. О, а это уже на... Где купить кресло для... Ну, офисное кресло. Кто фриланс заниматься здесь, кто работает удаленно. Вот здесь очень много кресел. И столы, и кресла. Так что приходите сюда выбирать. Разные цены здесь. От 180, наверное, дешевле. Здесь просто такие стулья. Так что вот так вот. Адрес Пушкина 64. Здесь полно кресел таких. Спокойно, сегодня воздух гораздо теплее, чем он был вчера. Вчера вообще было плюс 12, но очень холодно было. Температура воды, наверное, сейчас еще, конечно, рано купаться. Но есть закаленные люди, кто купаются. Я не пойму. Вот такая водичка, скажем так, мутноватая, да? Прозрачная, да, ну какая-то, как будто как, какая-то зеленая, что ли. Образ дают цвет еще небо. На пляж такой выходили. А, да? Кто-то уже ныряет, вот погодка прям. Вот что всем оздоровиться. Соленые водички. Воздух такой прям прохладный. Да, воздух прохладный. Хорошо, что солнце. А, короче говоря, да, температура воздуха иногда не соответствует на самом деле. Что плюс 17, а выходишь
и мерзнешь. Но уже есть и загорающие местами. Да, горы наш индикатор погоды, потому что снег лежит, а он в горах все-таки. Поэтому и воздух такой, соответственно, не теплый. Кто в шубе, кто в купальнике. Давай еще сейчас снимать. А молодец, какой красавчик. Все, что отдыхают люди, что приходят в себя после холода, после дождей, после всего. Потихонечку. Сколько стоит прокат велосипедов? 1 час 7 лари. Самокаты 1 час 20 лари. Вот эти вот, как их называются, мотороллеры. 1 час 20 лари тоже. А такие цены. Может, летом чуть повысится, не знаю. Посмотрим. Так, какая у нас тут обстановка на набережной. Чуть тебя привязали, ты гулять хочешь? Не, это другое. Похож рыжий. Да, Марина. Давай, привет, красавица. Привет, привет. На конкурс красоты делаешь? Да, мы все туда. Спасибо, Мадлоба. Молодец, дедушка. Да, он попал в кадр. Теперь все узнают о нем на ютубе. Дедушка, Дед Мазай и Зайцы. Да, у нас на берегу кого только не встретишь. Набережную тоже иногда надо снимать, обстановочку, как за что у нас, что изменилось, сколько людей. Тропа здоровья под сосновыми, под еловыми. Снова мы сейчас будем идти мимо вот этого осьминожка. Пахнет чем-то. Нет. Так. Взять домой. О, слушай, детям вообще раздолье возле этого летнее кафе. Туда пробраться точно залезли. Да, отреставрировали, видишь, какой он. Такой же, как и раньше.
каким его помнят люди, которые здесь жили. Или отдыхать приезжали тоже. Ну и из фильма тоже, что он засветился там. «Любовь и голуби». Я не люблю этот фильм. Вот. Но тем не менее, осьминожек был знаменит там, а сейчас благодаря этому фильму. Летом, да, здесь мороженое будет продавать, как бы кафешка какая-то будет. Японский скверчик опять. Угу. Какие-то розовенькие, да. Райский уголок, да? Итак, мы хотим поесть мороженое вот здесь. Наверное, смородину покислить. Ага. Итак, мы купили один шарик мороженого, ну, в общем, две в рожке. Один шарик стоит 3,90. Вот это, кстати, один шарик. Это огромная просто порция. Вот. Вот от Шаратона идете прямо, в общем, от Шаратона на берег. И все та же наша любимая лука поляри. Вот это лука поляри. И вот здесь такие киоски маленькие сюда заходите. Можно наверху посидеть, можно на улице поесть, можно к морю пойти. Но сегодня тепло, сегодня можно и на улице покушать. Якутский государственный университет имени Федора Стагали, построено в 1897 году по проекту польского архитектора Александра Шимкевича. Мужская гимназия. Кстати, а женская гимназия находится на улице Парноваза Мэпе, по-моему. Да, и Меликешвили или Химшешвили. Потом засниму. В 1935 году здесь был открыт двухлетний учительский институт. В 1938 году
Институту было присвоено имя Шато-Руссо-Валли. В 1945 году учебное заведение сформировалось как педагогический институт, на базе которого в 1990 году был открыт университет. И кажется, этого фонтана не было здесь. Если вот территория непонятна. Не сейчас здесь вот фонтан, конечно, и солнце там стоит. Да. 1910 год, там вообще нет ничего рядом. Ну да, сохранили, только шпиль вот здесь был наверху. И сейчас нету. Фонтан сегодня не работает. Может, чистят его? Там вообще тоже много мусора в нем. К лету почистят как раз. Здесь, значит, подсветка идет, вот это вот он даже мужчина охраняет, видимо, сидит, чтобы не лазили тут лишний раз. Что запах от этих? Что это такое, полынь? Не полынь, это цветы какие-то. Ну да. Такой прям резкий. Что это за цветы? Они такие, это, как с налетом. Ну это сорт такой. Смотрите, сколько у дельфинария сегодня народу. Вообще выходной день. А что там сигналы? Угу. Да, вокруг все горы виднелось, конечно. Ощущение, что на испанском разговаривают. Два дерева новых посадили, да? Интересно, сделали такие веревки, чтобы они держались, пока приживутся. Здесь не было их. Больше тени будет хорошо. Листики. Казалось, что они какое-то тут засыхало. Да? А сейчас вот, видимо, дожди то, что шли. Да. И все. Ой, на той стороне сколько там вообще народу. Оля. Тоже. Там же ж детские аттракционы на той стороне. Там. Полоса. Скажем так, пусть будет это зоопарк, но и на зоопарк не очень похоже, потому что они здесь постоянно живут. У них такие вольерчики. Можно назвать зоосад. Зоосад. Ну да, может быть. Сад. Открыли, садик. Кстати. А, наверное, уже все там приготовили к этому. Да, я уже там к сезону, да? Найти с улицы Лермонтова, например, и прям вот до парка 6 мая доходите. И озеро. И вот сюда идете прямо, и здесь вот этот заповедник. Вот, смотрите, какие классные.
Детям вообще шикарно. И вот дальше там и зебры, и лемуры, и попугаи. Видишь, такой небольшой ориентир. В этом райончике все вот можно куда-то сходить. Дельфинарий и аквариум. И такой заповедник с животными. И дальше идете, там проходите этот заповедник и выйдете к аттракционам детским. Я уже как-то видео снимала об этом, но еще раз повторюсь, потому что бывает, что видео уходит куда-то из рекомендаций, поэтому теряется чуть-чуть информации. И эвкалипты здесь везде растут, очень приятный воздух. Так хочется заснять такую красоту. Жалко, что за забором прячется. Это здание такое интересное, сейчас покажу вам. Находится на перпендикулярной улице между Лермонтова и Грибоедова. Сейчас я вам покажу, как здесь красиво. Я не знаю, что это за дом, может это какой-то пансионат. Смотрите, какая красота. Сейчас на меня овчарку спустят. Шутка. На вот этой улице находится. Вот. Кхинникадзе. И вот здесь недалеко еще какое-то учреждение. И там дальше идет морская академия. Вот туда, если мы пойдем. Кораблик виднеется. Одно поместье какое-то шикарное на этой улице. Тут уже камеры меня сейчас заснимут. Наверное, туда нельзя снимать. Посмотрите, какая царские какие-то хоромы просто. Даже страшно снимать, потому что там очень красота невероятная. Рядом с такими домами вот такие дома. Самые простяцкие, обычненькие. Вот так вот. Смотрите, у людей на балконе лимоны растут. Лимоновое дерево. Лимонное. Интересно, там никто не живет? Или их сажают? Кто-то там прям огород в квартире.